Военные уже отступили. Дело в том, что около часа назад сюда со стороны станции Барвенково, это граница с Харьковской областью, двинулись 8 единиц бронетехники. И военные подошли к блокпосту, где недавно они его удерживали уже целый час и забрали отсюда медикаменты. Это в прошлый раз, когда они его занимали. Забрали продукты и ушли в расположение свое. Сегодня они утром приехали, посмотрели, что людей здесь нет, потому что людям дан был приказ при наступлении украинских военных отставить блокпост, зажечь покрышки, отступить внутрь города. Военные расположились на блокпосту, увидели, что нет людей, стали останавливать машины, спрашивать, куда все делись. И вот люди, которые ехали на работу, проезжали по этой дороге, рассказали украинским военным, что внутри города, собственно, самооборонцы с оружием ждут их. Но вот украинские военные побоялись заезжать в черту города, поскольку бронетехника в городе слишком уязвима. Поэтому, собственно, развернулись и поехали в другом направлении. В полях люди нам сказали, что техника разделилась и уехала в разные стороны. Вот сейчас бойцы самообороны ожидают их с любой стороны. И, собственно, находятся все в полной боевой готовности. Вот на самом деле здесь сейчас уже никого нет. Все люди в глубине города. Здесь единственное, что горят покрышки. И вот все отступили.